Здравствуйте, наши дорогие друзья! Хотим поговорить о листах багетных. И самое основное, как правильно выбрать багетный лист. На что обращать внимание, какие они бывают, что вообще на сегодняшний день наука и техника разработана в этой индустрии хлебопечения, круглых булок для там багетов, для там всяких гамбургеров, хот-догов и разных палкообразных хлебов. Поэтому что можно сказать? У нас на обзоре сегодня есть алюминиевый перфорированный лист 600 на 400. То есть по эту часть 600, а эту 400. И на сегодняшний день, на ноябрь 2020 года, стоимость такого листа 1584 рубля. Замечу, что цена может плавать от стоимости на алюминий. И поэтому цена может изменяться, вот как меняется и алюминий. Ну или просто меняется, что вот все меняется. Итак, здесь у нас 5 волн. Ну, в первую очередь давайте посмотрим, какая толщина металла. Толщина металла не вижу. Вот теперь вижу, 1,5 миллиметра. Так, толщина металла. Здесь у нас есть утолщение, которое почти 10 миллиметров. Вот таким образом. Итак, что мы имеем? Перфорированный алюминиевый лист. Давайте посмотрим качество изготовления в городе Санкт-Петербург. Какие волны. Чувствуете? Просто вообще заглядение. Все сделано в заводских условиях. С выдержанием всех технологий. И самое главное, этот лист достаточно легкий. То есть вот тут он где-то около килограмма или что-то вроде того. То есть очень легкий. Алюминий – самый теплопроводный материал, который используется в пищевой промышленности. Можно использовать обычную углеродистую сталь. Бывает, что из нержавейки, но что нержавейка имеет плохую теплопроводность, сталь углеродистая корродирует. Поэтому алюминий с точки зрения надежности вообще не гнется. Вообще его не согнуть. Настолько он прочный, надежный и, самое главное, легкий. Везде мы видим здесь сделаны клепки, чтобы ничего никуда не выходило в этой части. Ну и сделана перфорация. Здесь перфорации нет, чтобы как ползунок ходила по либо по печке, либо по тележке ротационной печки. Так что вот такая вот история. Диаметр перфорации может быть 2, 3 или же 3 миллиметра. Расстояние между межцентровое между перфорацией может быть 4, 5 или 7. Поэтому вот из алюминия лучший выбор для крупных производств, практичный и долговечный, отличается легким весом, высокой теплопроводностью. Это значит быстрое равномерное выпекание, еда не прорипает, следовательно, не подгорает. В том случае, если вы правильно его обработали, правильно используете дополнительные, скажем, коврики или же бумагу. И таким образом, если у вас есть вопросы, обязательно задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч!